Всем здравствуйте! Вы на канале Ильинка Картинка, и я рада приветствовать вас у себя на своем участке. На дворе осень, а работы стало с травой поменьше, трава уже перестала так одолевать нас, дачников. Но зато созрело очень много урожая. И появилась проблема, куда же его складывать. Все вазы, корзиночки, кошелочки, все заполнены. И пришла мне тут вдруг идея в голову сделать фруктовницу. Да не простую, а подвесную. Ну что ж, возьмемся за дело. Ну что ж, давайте с вами помастерим. Были у меня две вот таких вот сетки. Не знаю, как их правильно назвать, но буду называть сетками. Две вот таких вот сетки от вентилятора. Больших вентиляторов на ножке. И как бы валялись они года три, а может и больше. Но когда у моей соседки я увидела тоже такую же сеточку от вентилятора, и она мне ее любезно подарила, то у меня сразу сложилась в голове идея сделать фруктовницу подвесную, которую можно использовать еще и как для сушки трав всевозможных. Для сушки яблок. И очень хорошо в ней будут смотреться яблоки и груши, когда вот они у нас идут, когда сезон. И места на столах не хватает. И этот маленький столик тоже загружен. И почему бы нам не использовать вот это пространство, которое выше нашей головы, так скажем. И пришла вот такая идея посадить их на цепи, и мы взялись за дело. Мы на полпути к нашей заветной цели. Мы скрепили на цепи нашу фруктовницу. И теперь остается покрасить это все в один белый цвет, я хочу, и вставить вот сюда заглушки. Пластмассовые такие штучки у меня есть, которые валялись, достались мне по наследству, и я хочу их сюда применить. Оставайтесь со мной, и вы увидите, что будет дальше. Я покрасила тем же самым баллончиком и тем же самым цветом, что и красила баночки, предварительно наклеив на цепи малярный скотч. Вот такой, чтобы цепи остались металлического цвета. И вот она сейчас в данный момент сохнет. Ну что ж, девчонки и мальчишки, показываю вам отчет о проделанной нами работе. Вот такая чудо-фруктовница у нас получилась. Я ей очень довольна. Она меня очень устраивает. Вот такой чудесный, дивный прямо уголок получился. Очень уютный. Сел в кресло, протянул руку, взял любимый фрукт или ягоду. И любуешься вечером. На столе освободилось место. Посмотрите, можно поставить вазочку с цветами, книгу положить. Кажется, как будто плодов не сильно много. Но поверьте мне, девчонки, если переложить это все в корзину, то корзина будет доверху. Еще одно применение этой фруктовницы. Можно прекрасно высушивать на ней травы для зимних чаев. В данный момент сушится зверобой. Закрепили мы ее вот так, при помощи фикс-прайсовских крючков, которые продаются по 50 рублей. Можно купить такую красивую толстенькую цепь и повесить эту цепь. Это тоже будет как вариант. Такая многофункциональная получилась фруктовница. Я думаю, что и осенью она мне сослужит хорошую службу. Ее можно будет украсить сухоцветами. Но также и зимой, если положить в нее какие-то яркие, блестящие, серебристые шары, то она будет смотреться великолепно. Не спешите выкидывать старые, отслужившие уже вещи. Ведь они могут порадовать нас в новом обличии и быть суперудобными и супермодными. Но нам для этого нужно включить свою фантазию и приложить немножечко усилий. Всем пока-пока! Увидимся в новых видео!